Нам дверку открыли уже. Так, что возьмем? Что возьмем? Ну, с этим пока побежим. Надо купить себе новую пушку еще одну. Импульсную, как я говорил. Так. Auxiliary systems booting up. Main engine fueling confirmed. Там я был или что там? I think this bird might fly. Чё? Резиновая шапочка такая, как бассейн. I need you to be rescued. I couldn't save Nicole, but I can save you, Ellie. So, bye. Ну все. Когда вы теперь встретитесь? So I can let you go too. I can't do that, Nicole. I never wanted to let you go. A lot happened that we never wanted. Isaac, touch me. I don't think that's a good idea. Isaac, please. Да блин, отстрели ты что-нибудь башку, я не знаю, своим резаком. Чтобы не доставал. Так, а что там у нас? Это что такое, луна что ли? Что это? А, это Сатурн все. Ну да, куда же мы с ним улетим? In here. I have 200 armed security personnel. Every entrance is covered. Even if you do get in, you won't get far. Ой, да пошел ты, нигер. Я таких, как ты, знаешь. Так, что делаем? Блин, ни хрена у нас стазис. Так, вот это продаем. Ой, не, подожди. Да, продаем. Это продаем. Ну, это я не знаю, ставить. Ну, можно вот это по-любому надо продать. 25 тысяч, офигеть. На сложных играю, между прочим. Так, вот это дело мы продаем. Так, что мы покупаем? Опа, очки, боевой костюмчик. Слушай, нормально. А где я его достал? Ну, наверное, не знаю. Так. Что? А это точно он? Не понял. А почему он 30 тысяч стоит? А почему костюм... Почему до этого вот мой костюм вот этот стоит, смотрите, сколько. А, ну его здесь нет. 40 он стоил, по-моему. Кухрен вот этот. Ну, давайте. Дешевле почему-то. Купаем, конечно, чего. Сейчас как новенький будет. А то этот уже... Как сказать? Подизносился, наверное, так скажем. Ну, Айзек вообще Рэмбо доволен. Не Рэмбо, а это. Забыл. Так, ну чё, берем. Импульсную все-таки. Я решаюсь брать. Да. И нам необходимо взять... Сейчас вот так посмотрим просто. Оценим обстановку сейчас. Так, 50, 80. Все, теперь я понял, что нам надо. Так, там дальше мясо будет по-любому.
А сейчас они из тоннеля полезут, эти монстры. Некроморфы, они нам даже сказали. Точнее, не они, а и Айзек. Так, это уберем. Это, ну, это у нас достатки. Вот этого надо взять. И вот этого. О, шикарно. Фига мы закупились. Так, сотня. Труборез даже можно уже продать. Ибо он нам не сильно нужен. То есть мы сейчас... Так, а тут надо качать, да. Даже все силовые узлы, те, которые будем находить, будем обязательно тратить их на импульс. Объем, урон, скорострел, точность. Потому что я... Ну тут, смотрите, она достаточно... неплохая пушкенция. Стоит того, что... Ну, ну все. Вроде нормально. Ну-ка, давайте. Бабах. Слушайте, даже ее прокачивать не надо. Вон какая офигенная. Но сейчас мы вот с этим до конца уже разберемся. Ох ты, ёп, что было еще? О, рассыпались просто. Вот пипец. Мясо понеслось. Стоп, а я аптечки-то забыл купить. Пипец. Аптечки-то реально забыл. Во! Все, музыка утихла. Так, ну сейчас, наверное, собираем с них. Да, во, шикарно. Так, это кредиты. С этого еще. Так. Думаю, еще надо использовать аптечку. Какого хрена, ну да. Ты еще и спрашиваешь, какого хрена. Киданул Элли. Так, а тут силовых узлов нет, то мало ли запрятали. Разработчики любят пошалить. Также Азик умеет танцевать, да. Навык не пропал с приобретением навыка. Офигеть, новая волна! Надо валить отсюда. Пипец какой-то. Фу. Фу, да ну нафиг. Чё у нас там по патронам? Блин, стазис не использую. Чё же я так забываю-то? Да я использую, но... Это там солдаты, что ли? Блин, я аж не понял. Так, силовой узел. Иди-ка к Айзеку. Фу, блин. О, чё-то да, надо Айзеку это самое. Чайку попить, а то... Со слабостями. То энергии у него вообще мало. Ладно, ничего, проживем. Сейчас там где-нибудь магазинчик-то у нас будет. Сейчас мы их с тыла, ага, возьмем.
принято, лидер. Это у них начальник, что ли, или что за лидер? Не понял. А, да, точно. Блин, сами им придется. А, вот эти уроды. Хорошо, хорошо. А птичек нет. Ну ладно. Блин. О, ну это да. Это все правильно. Так, задачи нет. Вот хотя бы это есть. Так, классный костюм. Прям скриншот можно сделать. Так, вот тут у нас... Патроны, блин, а? Патроны мне суют. Сколько же вас тут? Не понял. Ха-ха, вот так-то вам. Давайте я тоже посвечу вам. О, тут меня... Это... Я забыл, как его зовут, вот этого здорового. А чё так много-то? Офигеть. Надо свет включить. Включись назад, я темноты боюсь, ну ёп. Всё, хана. Нам сейчас по-любому туда надо будет идти. Так, надо сохраниться. Погнали, я там стазис видел внизу, да уйди, блин. Пипец, с аптечками, конечно. Так, вот он. Так, так. Блин, а. Ну да, забывай, забывай. Офигеть. Итак, силы противника. Блевун. Ползущий блевун. Черномазый. Так, и... Ёпта, они ко мне, что ли, идут? Блин. Надо выходить отсюда, значит. Потому что они меня здесь не оставят просто так. Так, с плазменным пойдем, потому что чувствую, там такая задница будет. Да сдохни ты уже. Ух ты, блях, мух, увернулся как. Да сколько в тебя? Нет! Пипец. Кто? А, кто это вот сделал? Как он выжил? Его надо срубать, походу. Офигеть. Как он выжил? Это заглючило что-то. Так, что-то с аптечками я... аптечки забыл купить, представляете? Это ж бред. О, аптечку дали, да? Мне показалось. У меня же аптечки мерещатся. Давим всех. Так. Не прошел я. Так. Isaac, where are you going? That's why I'm here, Isaac. To show you the way. Ну, молодец, как тебя там, Николь. Так, Николь, а вот там еще что-нибудь собрать. Так, с этих, наверняка... С этих аудиозаписи может упасть какая-то. Ну, просто отключить. Ладно, нас срать.